Здравствуйте, друзья мои! Я рад вас приветствовать на своем канале «Жук в муравейнике». Не «Опа» в муравейнике, как некоторым кажется. Кстати, весьма забавно, что вам кажется слово на букву «Ж», которое в муравейнике. Нет, «Жук в муравейнике». Я дядя Саша. Ну, можно назвать меня великим и ужасным, можно не называть. Ладно, не будем долго опять обременять вас выслушиванием всех моих самовыдуманным. Вот нельзя было сказать другое слово попроще, чтобы ты не заплетался с ним. Не самовыдуманных, а самопридуманных. Да хотя тоже жопа какая-то получается в муравейнике. Так, ладно. А то наверняка многие включают, начинают слушать всю вот эту ересь про благородного Дона, про дядю Сашу, и выключают, и говорят, фу, какой-то паре дурак, не будем мы его слушать. Значит, сегодня режим выживания, естественно. Я Олечке, нашей любимой, обещал, так, нет, не новой готовкой, я обещал азы выживания. Олечка и ее Вася, они соскучились по моим азам, да и мы тоже по ним соскучились. Так, 560... Какой 500? Ты даже цифр, что ли, не видишь? Ты его слеп, что ли, на старости лет, дядя Саш? 656 дней, 19 часов. Это значит, моя ветка, которая выживание, которая длится уже второй год. Настоящий год, земной. Не, не выдуманный внутриигровой, настоящий земной год. Находит незваный гость, уровень сложности. В пещерке, на тихой речке. На тихой речечке в пещере появилась возможность солить рыбу. Вот говорит, и мясу, но рыбы у нас тут нету. Говорит, может деревья пожевать? Какие такие? Какая такая собака? Так, а сколько ж у меня там кроликов в капкане было? Кто помнит? И вообще капканы я сюда вернул или нет? Или они у меня там стоят по-прежнему? Или они у меня по-прежнему стоят? А я вот, блин, не помню. 50 сколько-то было? Наверное, надо посмотреть, сходить, потому что игра включалась-выключалась. Может, какой-то баг был. Может быть, какой-то был баг. Может, кролики все-таки поймались. Просто в прошлой серии... А, я тут, кстати, еще и раздетый. Мне жарко стало. В прошлой серии кролики никак не хотели ловиться. А я вот не помню, какая там циферка была. Да это я теперь не узнаю, только пока не схожу туда к капканам. Ну, сейчас нам идти рано. Но с другой стороны, почему не... Не, ну давай мы подождем вот с тобой. Давай 2 часа подождем. Так. О, погодка наладилась. Все, можно не ждать. Так, вот у нас воды много. Хотя что-то там шумит. Давай лишний вес выбросим весь. Выбросим. Кстати, ребята и девчата, а также их родители. У нас в группе ВКонтакте происходит розыгрыш. Конкурс-розыгрыш с финалом. На 31 число сего месяца старый дворник во дворе. А, не, не то. Не старый дворник, и не во дворе. И ничего с собой не сделал. Как пел уважаемый Федька Чистяков. Но не будем мы о нем горевать. Дворник старый, молодым вперед шагать. Пам-пам-пам, школа жизни. Так, что-то ты увлекся, дядя Саша. Тебе надо посмотреть, что с кроликами происходит. Поймались ли новые кролы? Если не поймались, то еще пару дней подождем. Если они опять не поймаются. Да-да, я не знаю, что я с ними сделаю. Это кто там? Штурмовик? Или что это? Не пойму. Штурмовик, что ли, воет, сидит? Какая-то хрень. А, штурмовик. Вот, может, и кролики появились. Штурмовик появился, может, и кролики появились. Так, штурмовик, ты в наши планы якобы не входил немножко. Ты есть не входить наш план. Вот, полежи тут пока. Полежи тут пока, брателлос. Мы к тебе скоро придем. Да, не было его ж. Его же не было. Он выл, бедный. Ему жутко. Ему жутко стало жить, он решил повыть. А тут, понимаешь ли, Астрина Евлампина. Со своим луком. Со своим сраным луком. Пристрелила его. Не, как ей не стыдно, а вообще. Бедного, беззащитного, серенького такого, серенького, маленького штурмовичка. Так, а глянь, никого нету. Никого нет дома. Вопрос поступил к нам в студию от наших зрителей. А почему ты называешь волков серыми штурмовиками? Ответ поступил к вам же в студию. Потому что серые штурмовики — это такие бойцы Доны Рэба,
из, значит, произведения, которое называется «Трудно быть богом». Вот, они глупые, серые, невоспитанные. Иногда сильные, иногда нет, так, убитых кроликов в капкане. Всегда двигаются кучками. Так, кролик в капкане 51. Вот поэтому у меня тоже они называются серыми штурмовиками. Вот, и там штурмовики ходили с алебардами и топорами. Но в основном все-таки с топорами. Большими, огромными, тяжелыми топорами. Так, возвращаемся. Возвращайся, когда захочешь. Да я прям уже сейчас хочу. Холодно, потому что я ж тут на легке. Я вышла на легке. Легонечко-то одетая вышла, штурмовичков позырить. Кстати, у меня тут вообще как бы челлендж происходит. Как бы. Как бы челлендж. 100 дней в долине Тихой реки. Я, конечно, тут часть дней прошлонговал, просто в пещере просидел. Блин, я голенький. Я голенький. Не, пойдем оденемся. А потом пойдем со штурмовика мясо возьмем. У нас же топереча новая готовка работает, и мы будем засаливать мясо. Да, надо засолить себе мяско. Оно хранится невероятно долго. Невероятно долго хранится может. Ну и, наверное, потом полезем туда. Там кого-нибудь найдем, еще каких-нибудь штурмовиков. Главное не найти медведей, потому что у меня только 3 стрелы. А сколько у меня патронов? 2. 1? Не, 2. Заряженный? Заряженный. Кстати, вчера слушал, вышел новый Калашников. Чего же я новость-то не посмотрел? Вроде как принят на вооружение и пошел в серию. Какой-то АК-12. Что там они зробили? Наши ижевцы. Наши ижевцы что-то зробили. Надо будет поинтересоваться, что это за АК-12. Шо это за зверь такой? Почему такой индекс простенький? Всяго лишь 12. Так, давай нарядимся. А давай нарядимся, приятели, по одной. Так, новая волчья шуба. Давай нарядимся, приятель мой. Так, нарядились мы с приятелем. А мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Он лопух и я лопух. У нас произошло тайное завладение нашим имуществом. Так, мы обнагрелись. И коли мы обнагрелись, то пошли у штурмовика того самого... О, что, все зависло, что ли? Того самого серенького такого штурмовичишки. Заберем его мяско. Так, по-моему, когда спальник просто так валяется, он коцается. Больше, чем когда на нем спишь. Поэтому не позволим ему просто так валяться. Вот еще одна шкура волчья высохла. Это что там, приготовленные плоды приготовленного шиповника. Так, посохли все кролики. Так, кролики посохли. Значит, у нас в капканах числилось 51 погибший кролик. 51 погибший крол упал в неравной схватке с подлой Остридиной Евлампиевной, научившейся делать капканы и заманивать наивных кролов. Ягодка ты моя. Кстати, у меня была теория заговора. Педалировалась мной теория. Кстати, мы и карасей-то можем зашушить. Но она такая мелкая и дохленькая. Шушить ее как-то несерьезно будет. А, значит, о чем я там базлайтерил? А, что у меня педалировалась тема, что якобы существует некий тайный альфа-кролик. Такой. Не, он так с виду маленький. Но важный, который другим кроликам рассказал, что я ловлю их при помощи капканов, что вот эти ягодки, которые туда наброшены, это заманушка, что не надо на это вестись. И потому они не ловятся. Глянь, мы в шубе, а у нас холодина адская, минус 12. Так, я боюсь, что я тут пока буду с этого альфа не кролика, а волка, он же серый штурмовик, он же падла шерстяная. Пока я с него буду собирать, может произойти склейка ластыв. Склейка ластыв может произойти. Да, склейка ластыв происходит. Холодно. Так, давайте мы еще от жадности заберем вот это все. Жадности нашей нет предела. Нет предела нашей жадности. Не, хватит пока. Хватит пока. У жадности есть предел. Минус
минус 11, потеплело чуть-чуть. Так, бежим, бежим. Никогда еще так не мерз, сказала баба про себя. Раздвоение личности происходит у Астридины всякий раз, когда она планирует что-нибудь сказать. Так, ну что, давайте, значит, мясо-то мы получили, вот только соли у нас нету. Но соль мы сейчас будем получать. Немножко сможем получить, много не сможем получить, потому что мало у нас золы. Древесная зола нужна нам, чтобы соль получить. Сейчас мы ее и получим. Так, мясо тогда пока вот здесь бросим. Так, мяско бросаем. А сами давай съедим мяско. Где оно? Вот оно. Съесть его. Съели. Так, пошли золу. Золу изучать. Сколько у меня золы? Много у меня в костре золы? Взять древесный уголь. Так, 24 штуки взяли. Нифига себе. Фига себе у тебя золы. Ты какой-то зольный магнат, что ли, Астридина Евлампиевна? Зольный король. Так, заходим в крафт. Мотаем немножко. Вот баночка древесной золы. И нам нужно 5 углей на одну баночку. И потом из этой моей баночки золы получим одну порцию соли, которую можно использовать на одну засолочку. Дас. Дас. Еще раз дас. Вот теперь и уголь пригодится, да? Угу. И, значит, много у нас. Это у нас там сколько было? 20 с копейками. 27 или сколько у меня там еще при себе было чуть-чуть. Ну вот, 2 останется. Еще 5 я получил банок, да? Да, 5. Значит, 27 было, значит, все правильно. Так, вот где они. А, не, они в материалах числятся. Вот они. 5 банок золс. О, свежую шкуру-то брось на просушку, что ты с ней хочешь-то? Она же коцается. Так, 5 банок золс мы получили. Сколько они там весят, если я их с собой буду таскать? О, много они весят. А дай-ка я их тут пока покидаю. Дай-ка я их покидаю. Бросить, 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 бросить. О, покидали. Так, у нас легонькая степень усталости. А мы, наверное, пойдем, походим, поищем еще приключения на свою 5-ю точечку. А потом... Да вообще, дров неплохо было бы, да? Да, у меня тут вот только одна еловая дрына. Точно, я за дровами. В лесу раздавался топор дровосека и громкие крики «Отдайте белье!» Так. О, какая погода. А тепло ли тебе, девица? Плюс 2. Тепло ли тебе, девица? Так, ну что, высунемся вот туда. Аккуратненько только надо высовываться, потому что можно резко огрести подачу штурмовой. Они прямо тут на краю стоят. Даже можно выстрелить в них не успеть. Не, ну на крайняк мы, конечно, отобьемся в рукопашническую. Но. Это ты так пыхтишь, Астрид? Мне показалось, что это там штурмовичок пыхтел. А вот по этому дереву я все время как-то иду странно, оступаясь, буксуя. Вот. Вот о чем я и говорил. Астридина, у тебя явно предрасположенности... Ни к балету, ни к спортивной гимнастике нету. Ты ходишь яко медведь. Вот тут я как-то раз поднялся. И меня ждал брат. Храбрец-штурмовик. Змеиное молоко. Мсаракш. Еще тут Мишаня иногда ходит. Так, Алендур ходит, видим, да? Видим, да. Но мы Валендура стрелять не будем. Не-не-не. Нам наши стрелы дороги. Они нам очень-очень дороги. А, я вообще сюда за дровами пришел. Ну вот, если ты пришел сюда за дровами, то и будь добр. А над кем вы там летаете? У меня там штурмовик до сих пор валяется, да? Пристреленный. А, походу, да. Там до сих пор валяется пристреленный штурмовичишка. Но судя по тому, что олень тут вольготно гуляет, штурмовиков тут особо нету. А так бы они бы его скушали. Так, сейчас поближе подойдем.
кем вы там летаете, я не пойму, кто там у вас валяется. Кто там у вас валяется? А, да это тот самый штурмовик, которого я бросил. Да тфу ты! Запутали меня совсем вороны. Я ворона, я тебя запутаю. Так, я вообще за дровами. Я вообще по дрова сюда. Приволокся по дрова. Потому что, чтобы делать соль, нужно разводить костер и выпаривать золу из воды. То есть золу разбавляем водой и выпариваем. Получается соль. Силь получается. Так, вот мне бы только медведя тут не встретить. Ну, хотя две ракетницы есть. Просто с лука тут в него стрелять. А если он примет попытку нас атаковать, он же нам все нафиг порвет. Пространство вот какое. Открытенькое. Не очень козырненькое. Скажем так. Скажем дружно, нафиг нужна нам такая история. Так, что, опять метель начинается, да? Метель начинается. Вот тут, кстати, у нас есть вид под локацией, которая называется «Вид на долину». Ну, сейчас мы туда, наверное, дойдем. Вот там бывает тайник. У нас его там, естественно, нету. Естественно, его там нету. Сейчас на вид на долину откопаем. Залезем. Я даже, по-моему, вам сейчас смогу место показать, где может быть сей тайник. Тайник представляет из себя ящичек в данном месте, как в сюжетке такой. Тайник как в сюжетке. Типа ящичка с какой-то коричневой крышкой, или сам он коричневый, а крышка серая. Что-то такое там, как они там выглядят, точно я уже забыл. Так, только надо найти под локацию вид на долину. По-моему, он вот тут у дерева лежит, тайник. Или у скалы, или у дерева. Так, вот у нас тут рубежник. Это что, еще не вид на долину? По-моему, вот у этого дерева лежит он. Должен. Если я ничего не путаю. Да, вот он, вид на долину. Значит, где-то либо у скалы, либо вот у этого дерева. Ну, где-то в этом районе он тут. Но его хорошо заметно, он не спрятан. Если сюда придете, то ящик этот станет видимым. У меня вот тут есть труп, и я тут уже был. И ничего тут нету, как мы видим. Вид на долину есть. Ну, хороший вид. Ну, красивый. Ну, ладно. Ну, согласен. Ну, согласен. Ладно. Ну, вид на долину. Согласен. Красивый вид на красивую долину. Так, дров немножко собрали. Пошли тогда дальше. Еще палки появились. Так, давай сюда спустимся. Так, мы сейчас к ледяной пещере выйдем, да? Выйдем к ледяной пещере. Есть у меня подозрение, что тайников у меня тут будет очень мало на незваном госте. Буквально пара шете. А, эти кусты... А, они рубятся. Давай рубанем, если они рубятся. Так. А нам туда следует идти? А я вот не знаю. Ну, давай кустарники порубим. О, тепло стало. Так. А, ну, в принципе, мы тут можем, наверное, потихонечку спуститься. Тихонечку, полигонечку сможем спуститься. На карточках. На картах. Опа-на. Вот это мне сюда вообще не надо, вот это явление. О, он меня испугался, что ли, заскулил. Это ты хорошо, брат, храбрец, придумал, что ты испугался. Ты мне сейчас, в принципе, нафиг не нужен. Неудобное тут место с тобой, в тебя из лука стрелять. А тебе мне кусать удобное место было бы. Тебе меня кусать самое то. Ой, сейчас я упаду. Куда я не туда полез? Слышь, куда ты полез, дядя Саша? Штурмовика, что ли, так испугался? Ты штурмовика, что ли, никогда не видел? Ты что, тут какая-то дрына. Тут нычка, что ли? Я даже про нее и не знал, про эту нычку. А тайника тут случайно никакого нету? Нету вроде. Нычка какая-то интересненькая. Я ходил мимо, ни разу ее не видел. Эх ты, слепец. Ладно, все, пошли в пещеру. Вот все парить будем. Не буду парить, ну, короче, соль напаривать. Со штурмовиком мы разминулись буквально, да?
Буквально разминулись. Я говорю, там место опасное. Можно вылезти и сразу... А нос... Анфас к анфасу столкнуться прям можно. Профиль к профилю. Понимаешь ли? Приволоклись. Что-то там жрать опять хочешь? Опять хочет жрать. Давайте накормлю. Чего ради ты у меня будешь голодать, бедная моя несчастная Стридина Евлампиевна? Чего ради ты будешь голодать? Девочка моя, ну что ты голодать будешь? Так, девочка моя, тебе воды надо надавать. Так, банка древесной золушки. Хлебай. Все, костер сжигаем и начинаем парить воду. То есть не воду парить. Почему я все время говорю воду парить? Соль парить начинаем. Испарять соль. У меня даже горючее еще есть. Вот даже два горючего. Это где это вы столько горючего набрали? Кто же такой прекрасный мост построил? Горючего где набрали столько? Где-то в пещерах, наверное, гонзали, рыскали. Так. И поутру посмотрим, что с капканами, с кроликами. Может, они все-таки пришли. Или я их всех выловил, и они больше не придут. Так, кедровые дрова. Ух, палок, 48 ШТ набрал. 48 ШТ набрал. Так, а куда ты костер на столько часов зарядил? Меня вот интересует. Куда ты на столько часов костер зарядил? Так, вот котелок, банка древесной звалды. Так, время на готовку 17 минут. То есть час 7 минут, не 17 минут. Пищевой продукт в измельченном виде представляет собой бесцветные кристаллы. Готовим. Так, готовим. Так, целый час будет, да? Все это будет готовиться целый час. Так, а чем же нам с тобой заняться это целый час? Чем бы нам с тобой таким заняться? А чем же нам заготовка номер один? Нет, верстака у нас нет. Так, давай в инвентарь зайдем. Давай зайдем с тобой в инвентарь. Давай заточим себе топоря ускаус. Топоря ускаус давай заточим. Топоря ускаус нам пригодится. Давай еще раз топоря ускаус заточим. Так, топоря ускаус 97%, кинжал 93%, давай его тоже заточим. Заточи мне топорчик по-черному. Так, 98, 39 минут. Так, с одеждой, что у нас с одеждой? Носки из меха медведя, носки из меха волкодава, шляпа 68%. Давай вот эту 68% шляпу мы с тобой зачиним. А давай зачиним, а шляпку по одной. Давай зачиним, приятель мой. Так, сколько мы там будем чинить? Айда, бегом. Айда, бегом, бегом, айда. Так, этому у нас парится. Еще 31 минута действия. А, нам кишки не нужны были, да, ремонт. Ой, 9 минут. Ой, так быстро. Так быстро. А что так быстро-то 9 минут? Так. 99%. Угу. Неплохо. Так, 20 минут. 20 минут. Ну, давай еще что-нибудь зачиним. А кишки не нужны. Не нужны пока. Хотя, постой. Паровус... Ну это рано чинить. Шляпу починить можно, она градус нам лишний подарит, да? Да. Он подарит нам лишний градус. Давай починим, пусть она нам подарит лишний градус. Тем более кроликов у нас тут вроде как много. Там, по-моему, в рюкзаке еще у меня лежат кролики. Поэтому пусть нам подарит лишний градус наша колячая. Это же колячая сомбрера. Пусть она нам градус подарит. Чтобы нам житься начало веселее. Так, 2 минуты. Хорошо. Забрали. И еще давай соли. Давай еще соли. Воды достаточно или нет? Или скажет, у вас не хватает воды. У вас не хватает воды. Так, ну что, теперь за мясом. Можем 2 мяса зафигарить. Можем зафигарить 2 мяска. Вот оно есть, мяско. Чик.
Чик. Сейчас мы их засолим, бросим, чтобы оно сохло. Сколько там оно сохнет будет? 5 дней. Так, заходим в крафт и в руками. Вот, соленая волчатина сырая. Нужно мясо волка одно и один соль нужен. Соль у нас есть, мясо волка есть. Вот, засолили. Вот, изготовлено. Волчатина сырая, соленая. Еще одну волчатину засолим. Кстати, можно кушать, когда оно будет готово, не опасаясь риска кишечных паразитов, даже если навык ваш не достиг 5 уровня. Но для того, чтобы она изготовилась, ее надо бросить в помещение. Ну, там, где может сохнуть. Там, где что-то может сохнуть. Вот, что у нас написано. Плоть волка приготовьте, чтобы можно было есть. Так, 6 дней. Приготовить для изготовления и починки после прослушивания в помещении в течение 6 дней. Тут какая-то недоработка относительно починки. Ну ладно, это все мелочи. Это все мелочи. Це мелочи будет. Так, давай. Добьем вот эту соль. Что тут у нас еще одна есть, да? Ну, давай тогда сюда соль. А сюда давай воду. Угу. Костру сколько гореть? 4 дня. Ой, 4 дня. 4 дня, да. 4 дня костру гореть. Неплохо. Неплохо. Костер... Костер горел 4 дня. Хороший такой костер 4-дневный. А что же него такое надо положить, чтобы оставшееся время светилось? Осталось 4 дня. Кстати, есть небольшая фича в засолке мяса. Мы сейчас с ней столкнемся рано или поздно. И мы вам ее продемонстрируем. Так, солим дальше волчатину нашу, понимаешь ли. А, лошадь бы съела. Ладно, тебя на ночь накормлю. Накормлю тебя на ночь. Съешь ты своего коня. Так, хлобысь готова. Кидаем ее куда-нибудь сюда же, чтобы она у нас сушилась. Чё тут у нас? 37 минут соли до готовки. Так, о воде 16 минут до закипания. Так, костру 2 часа 41 минута, да? Если мы по 2 литра фиганем, она не выпарится, мы спать станем. Ну, даже если выпарится, мы сильно переживать не будем. А мы давай факел из него еще один заберем. Вот, давай мы сделаем, чтобы 2 часа осталось. Во. И давай еще один факел заберем. Во, теперь точно не выпарится. Я за мясом. Я за мясом. За мясом сырым и за мясом сухим. Где у меня сухое мясо? Вот оно скрывается. А вот сырая волчатина. Ой, устала как бедолашка. Ой, как бедняжка устала. Ну ничего, ничего. Сейчас еще немножко поработаешь, а потом я тебе разрешу поспать. Так уж и быть, разрешу. Я добрый. На лишнее надо. Долой так воды. У меня что там? 4 литра. А, я же натопил воды. Да, воды у меня что-то дофига вообще. Воды дофига вообще. Так. Нет. Сейчас я вам не смогу показать фичу. У меня все мясо килограммовое. Может, первый был кусок маленький, а я не обратил на это внимания. Ну ладно, неважно. Я, значит, не обратил на это внимания, что первый кусок должен же был быть какой-то кусок махонький. Ой, я не то хотел нажать, а это сразу факел кидать. Чуть что, так сразу кидать. Так, вот это по 1% просушено. Короче, сохнет, как шкура. Это 2% сохнет. Очевидно, использована механика просушки шкур. Использована механика просушки шкур именно волчьих. Они же тоже 6 дней сохнут. Хотя мясо медвежье не 10 дней сохнет. Значит, это не механика просушки шкур. Ладно, это вообще... Нечего лезть не в свое дело. Какая механика тебя не касается. Тебе дали, пользуйся и жри. Правильно? Правильно. А я пользуюсь, жру и не лезу не в свое дело. Так, давай спальный мешок развернем. И давай поспим 10 часов. Че благородному дону-то 10? Это что за звуки такие были? Так, что случилось?
У меня что-то испортилось. Главное, чтобы спальник не испортился. Без спальника нам жизни в этом свете не будет. Так, водичка готовченка. Что там у нас? Утро начинается. А что там с кроликами? А кролики не попадаются. Не попадаются. Кроликов в капкане. 51. Жопендус. Жопендус. Ну давай еще посидим чуть-чуть, пока мясо повялится. Давай быстренько время помотаем. Давай время помотаем. Так, это большой кусок. Большой. Ну пошли время мотать. Пошли время мотать. Давайте мотать время. Давай опять шубы скинем. Давай шубу опять скинем, а то она жалуется, что ей что-то тяжеловато. Ну вот, смотри, шубы скинем с тебя. И шаны одни скинем лишние. Вот, нормально так. Не, ну так-то нормально, чё? Так, воды нам надо? Не надо, жрать пока не дам. Жрать не дам. Всё, голодом морить буду. Кролики, когда поймаются, пойдем их искать. А пока голодом поморешься, ничего с тобой не случится. Попробуем потом волчатины на вкус. Как она, остридень нашей, зайдет или нет. Так, давай ждать. Ну, целый день, короче, прождем, потом поспим, потом с утра позыркаем, что там насчет кролей. 6 дней волчать не сохнуть, это, конечно, долго. Это, конечно, очень-очень-очень долго. Ну, можно будет пойти погулять. Не, ну, может, они хотя бы попадутся. Не, ну, что это такое? Это же какой день подряд? Я там вообще дней 6 или 7 ждал. Не было ни одного кроландуса. И они по-прежнему не собираются попадаться в мои сети, расставленные для них. Хитро расставленные сети. Так, усталость половинчатая. Давай еще подождем малость. Не хотят попадаться в хитро расставленные сети. 14 градусов без двух шуб и штанов в пещере. Теплая пещера. Не, ну у нас там еще шляпы тоже не холодные нифига. Так, значится, жрите, пожалуйста. Нам не жалко. Пейте, пожалуйста, тоже не жалко. Ну, теперь спальник раскладывайте. И 10 часов на нем дрыхните. Вот так, 10 часиков. Хлобысь. О, у меня новый звук появился. Это типа звук, боговный звук, застегиваемой молнией. Ясно. А я словил новый баг. Так. Баг-то я, конечно, словил. Куда нам? Без бага-то. Но меня интересует, словил ли я помимо бага еще кроликов в капкан. Кроликов в капкане. 51. Это какой-то заговор. Заговор какой-то кролячий. Ладно. Пошли гулять. По свету. Какой-то капец. Так, ну давай мы бросим 4 литра. Так, я сейчас гулять уйду, неизвестно куда. Давай на всякий случай. Хотя, погоди, у меня что там, банки есть? Банки в инвентаре у меня есть. Есть 2 штуки. 2 штуки есть. Ну, на всякий случай, все-таки взять, может, котелок? Давай возьмем котелок на всякий случай. Вдруг меня сейчас куда-нибудь унесет. И что у меня там по... давай я ее заправлю. Давай ее заправлю до полную. Так, действие заправить. Скоро кончится мое маслице. Сколько осталось маслица? Да чуть меньше, чем... Вернее, чуть больше пол-литра. 670 миллилитров. Так, ну и коль мы с тобой собрались идти, не пойми куда, да? То давай на дорожку пожрем. Хоть этой волчатины прогорклой. Ну, а то мало ли куда нас унесет. Нелегкая. Так, тепло. Ну, чуть-чуть прохладно. Хм.
Или капканы пойти переставить, они стоят на одном и том же месте. Кролики, а давайте принципиально их не убирать, ждать, чем это дело кончится. Может, конечно, кончится какой-нибудь ерунденью. Вполне вероятно, да, может закончиться не очень здорово. Ну чё, еще раз выйдем прям так, чтобы попасть сразу на волков, или обойдем вокруг? Давай вокруг обойдем. Там будет чуть-чуть побезопаснее выход. Тут можно обойти вокруг. Можно пойти полазить по пещерам и уже наконец-то там найти... как там зовут ее? Айси. Айси уже наконец-то найти. Ледышку. Волчишку-ледышку, который в пещере живет. А то я хоть по пещерам ходил, а Айси-то я так и не повстречал. Не-а. Не было Айси. Тетя Ася не приезжала. Хотя, конечно, тетя Ася, если бы приехала, она бы сразу начала меня кусать. В пещере там особо из лука там... Не, стрелять-то можно, но есть вероятность, что не успеешь сориентироваться, прохлопаешь лицом. И Айси, тетя Ася, приехав, одежду твою быстренько приведет в хорошее состояние. И тебя самого взбодрит и повеселит. Так, понесло нас, короче, куда-то. Не сидится нам на месте. А зачем нам сидеть на месте? Мы хотим приключений. Жажда приключений зовет нас вперед. Забраться, забирайся. 3 стрелы всего осталось, вот тебе и все приключения. Лук еще цел, а стрелы уже нет. Лука даже 2 у меня есть. А вот со стрелами беда, беда, огорчение. Ой, беда, беда, огорчение. Забирайся. Так. Можно, конечно, попробовать со штурмовиками в рукопашную подраться в крайнем случае. От них можно просто, конечно, уйти. И вообще с ними не иметь никаких взаимоотношений. А 3 стрелы оставить себе на обратный путь до Милтона. Там-то у меня берез... Берез дофига в пещере лежит, я уже отнес сухих. И едва придя в Милтон, мы можем себе стрел-то наделать. Так, о, крольчишка, да? Крольчишка ходит. Мальчишка-крольчишка. Вы все сюда, что ли, ушли, я не знаю. А ко мне у меня, по-моему, нету, чтобы вот этих крольчишек-мальчишек ловить. Ну да, камней у меня нету, я их выкинул. Чтобы они мне голову не заморачивали. Значит, пока крольчишка-мальчишка у нас будет свободным. Где он есть? Дайте-ка я попробую в него попасть. Куда он убежал? Куды он убежал? А вот он, кстати. Так, крольчишка-мальчишка, мы идем на перерезу. Мы идем на перерезу. Глянь, я ж в тебя практически попал. Почему ты не погиб смертью храбрых кроликов? Почему ты не пал оглушенным? Ты должен был пасть оглушенным, как минимум. Или хотя бы оглушенным. Не, ну значит, ты в него не попал. Раз он не пал оглушенным и даже оглушенным. Он, вероятно, сейчас развернется. Ты развернешь свои оглобли, кроличи, не? Нет. Он, вероятно, не развернет свои кроличьи оглобли. А если попробовать ему вот так вот кинуть? Нет, так ты точно не попадешь. Ну ладно, фиг с ним, пусть живет. Так, вот это у нас что? И куда это ведет? И что это за кустарник? Это просто кустарник. Или это опять то же самое все? Запыхалась бедолага. Так, это тебя никуда не привело, это ты просто вылез и все. Так, а где же тут штурмовики? Вот кто-то воет где-то. Кто-то где-то воет. Давай разломаем кустарник. Так, здесь какой-то проходик есть, да? Тут, возможно, мог быть тайничок. Но у нас тут нету ничего. У
нас тут шариком покати. Шарик, ты балбес. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Ну, значит, тогда будем собирать Тимофеевку. Так, где-то тут у нас ходят явно штурмовые элементы. Ой-ой-ой, погода начинает испарчиваться. Испарчиваться начинает погода. Надо делать ноги отсюда. А то сейчас огребу что-нибудь. Так, тут я не залезу. Где? Ага, вот он. А вот он, падла. Вот он, в прошлый раз мы с ним не встретились, а в этот раз уже встретились. В этот раз мы уже с ним встретились на узенькой тропиночке. Так, ну, коли ты пал смертью храбрых волков, то давай-ка мы с тебя все заберем. Давай, наверное, только мясо. А то вдруг какой-нибудь медведь придет. А то не люблю я все это. Не люблю я эти вещи. А вот медведь, такое ощущение, что повторно спавнится, решил не спавниться. Хотя, может быть, это мне только кажется, и мы с ним ни разу не повстречались, а он где-то тут просто ходит и ждет удобного случая на меня напасть. Так, вот у нас тут кусты. Они что-нибудь могут скрывать? Да мало вероятно вообще, чтобы они что-нибудь скрывали. Это просто кустарник. Ничего они не скрывают. Пошли дальше. О, Алендур. Не, брат Алендур, не могу я на тебя охотиться. Стрел мне жалко, мне их надо беречь. Я ж тут 100 дней хочу прожить. А, стой! Поэтому нет, я не буду в тебя стрелять. Не стреляйте в белых алендурей. Так, ну что, возвращаемся в пещеру. Разбираемся, что там насчет золы, можем ли себе еще сделать. И мясо тогда себе опять организовываем. Волчачье, понимаешь ли, какое там вяленое, соленое. Вялено-соленое волчачье мясо. Так, поплели. А где тут дерево, по которому мы обычно ходим? А вот оно, дерево, по которому мы обычно ходим. Или это не оно? Не, оно, оно. А не, они, Горбушкин, вот оно. Чё ты сказал, замёрзла, что ли? Да ладно, да ладно. Сейчас в пещеру свою придёшь и будешь там дальше сидеть, куковать. Недолго тебе осталось, скоро дембель. Скоро демобилизуемся и покинем эту локацию. Ну, еще каких-то сколько-то дней. А сейчас, кстати, посмотрим. Нам нужно дожить до 680-го дня. Так доживем, так будем свободны. Наш, что там, рухнет и свобода. Нас примет... Оковы рухнут и свобода. Нас примет радостно у входа. Так, оковы рухнут? Ну, может, конечно, и рухнут. А кролики по-прежнему не желают. Не желаем их. Мы в капканы. Так, всего лишь 6 углей только за раз мы получили. 6 за раз мы получили за раз. Ну да, это нам только на одну порцию. Это, конечно, мало. Это мало. А что тогда? Жечь побольше костер, чтоб побольше у нас набралось древесных угольков. Ну, не знаю, не знаю. А там вроде еще можно в пещере добивать соль, да? Кстати, я вот только одного не понял. Это на игре действует? Уже существующий в пещерах соль спавнится. Ну ладно, пойдем, значит. Значит, пойдем сейчас в пещеру, да? Пойдем, что благородному дому-то не сходить в пещеру. А, у меня вот еще немного древесного угля есть. У меня еще есть немного древесного угля. И есть, и что там мы еще сколько можем себе организовать древесного угля? Еще 2 порции.
Прекрасно. Вот, это значит 3 порции золы, а у нас там 5 кусков мяса. Еще нам 2 штучки надо. Ну, тогда... Не попались ли случайно? Да не, кролики не могли попасться сейчас. Они у тебя не будут отображаться. Так, кроликов в капкане. 51 штука, как была, так и осталась. Ничего не изменилось. Ну, давай еще подождем суточки. Если ничего не произойдет, пойдем в пещеру искать соль. А то глянь, у меня тут еды-то какая-то крольчатина жалкая осталась. Да, какая-то жалкая крольчатина осталась. Не, ну у меня есть волчатина. Правда, вот вяленую-то ее уже не пожаришь. Не пожаришь уже. А, ну у меня Тимофеевки здесь дофига и больше. Тимофеевки дофига и больше. Тут можно просидеть на ней очень долго. А то сейчас доэкспериментируюсь. Пойду стрелы на алендеров тратить. А может, конечно, и такая фишка случится. А почему бы нет? Так, это у нас тут ночь, а мы ждем. Опять у нас график сбивается, да? Да, график ваш опять сбивается. Дядя Саша. Сбивается твой график в непонятные направления. А мы давай еще подождем, вот так, часика 3. Вот, потом похаваем. О, нормально. Да даже уже хватит. Даже уже больше не требуется. Так, ну придется теперь закидываться Тимофеевкой. Кстати, мясо после просушки будет нифига не стопроцентным. Да. Оно будет рандомно процентным, по-моему. Это мы узнаем, когда просохнет. Оно же сохнет, типа портится. Оно не может таким свеженьким остаться. Оно же вялится. Ну, солонина, короче. Солонина, она и есть солонина. О, солонина. О, какие звуки у меня теперь. Да. Я сначала подумал, что какой-то капец игра крашится, раз услышал. Мешок. Так. Значит, пить воды. Попили. А что у меня там вес такой большой? А, у меня дров при себе 3 кг. Дров 3 кг. Нет, 3 кг мы давай выбросим. Выбросим, не нужны нам эти 3 кг. Так, ну что там с кролами? Что с кролами? Так, 51. Понятно, их, наверное, все-таки надо перезаряжать, эти капканы. Так, а прожили мы тут, 659 дней. Так, это у нас еще один... 21 день нам осталось здесь. Ну что, пошли в пещеру. Спальник есть, котелок есть. Что там по воде? По воде. Так, ну, воды можно еще чутка себе прихватить. Пошли искать соль. Узнавать, есть ли она в пещере. Так, волчатина. Вот 42% уже просохло. Это вообще просохло, 43. А сама, не, 100% пока. А, слушай, я как-то раз экспериментировал, когда только мод поставил и какую-то волчатину сушил. Она, наверное, была не новая. Но она у меня получилась желтого качества, когда высохла. Там что-то 40 с чем-то процентов было. Ладно. Капканы, наверное, надо пойти переставить. Но сейчас пока солью займемся. Капканы по каким-то причинам зависли. Капканы зависли! Завистливые капканы завистливо зависли. Так, 21 день. Ну, это еще достаточно долго. Но, с другой стороны, 79 дней здесь уже прожито. Это тоже. Это намного больше, чем 21. Пошли попробуем найти какую-нибудь соль. А может быть, найдем сразу Айси. Сразу Айси найдем. Айсю найдем. И она нам даст немножко соли. Пустит нам кровушку, а кровушка солененькая. Вот ледяная пещерка, мы сейчас в нее хлобысь. И давай там, понимаешь ли, светить направо и налево. Светитель. Налево-направный светитель дяди Саша. Знакомьтесь.
А по-моему, если все время поворачивать направо, то я могу прийти в пещеру наверх. Я там, по-моему, даже что-то бросил, я сушиться. Ой, ты, по-моему, уже пролетел. Пещера, она вот она была. А как это мне удалось? Как это мне удалось мимо пройти? Нифига я забрехался. Вот это я забрехался, что мимо пещеры пролетел. Вот мы, собственно говоря, в пещерности. Что тут у меня? Палки? Палки-палки-выручалки? Еще палки? А давай идти все время направо. Так, я там помню, кролики живут. И там на них вечно не хватало камней. Так, это костер. Древесный уголь можно забрать. То вдруг соль не найдем, но хотя бы древесный уголь хапанем. Так, все время направо, ты говоришь? Или все время налево? Это вообще тупик. Не, давай все время налево. А я вот не помню, куда я поворачивал. Ну так-то, по идее, надо налево поворачивать. Чтоб туда наверх попасть. И, кстати, о, вот она, соль. О, нифига себе. Нифига себе. Спасибо тебе, Илюха, я мимо соли прошел. Да тут соль и тьма тьмущая. Та соль, это тьма тьмущая. И не надо никуда ходить. Да какая же красота. Да вот же она прям была. Слушай, Илюха, как тебе это удалось сделать, что на работающей игре появилась соль? Да ты просто какой-то бог, бог игры. Так, руками 5 часов будем ковырять. У меня молота тяжелого нету, да? На 5 часов надо запастись хотя бы водой. Офигеть. А ее на верстаке надо перерабатывать или руками? Ладно, сейчас возьмем, получим. 5 часов. Ой, 5 часов это, конечно, долго. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, заработали соли. Так, соль. Мешочек соли. А что с ним можно делать, с этим мешочком соли? Соль. Начать делать. А, не, руками. А, отлично, отлично. Ой, да все, у меня соли тьма тьмущая. Все, пошли отсюда. Пошли отсюда мясо надо солить. Илюха! Ай, да и вот же соль была, я мимо нее прошел, я просто не поглядел. А, я до нее дотянуться не могу. Я до нее дотянуться не могу. Класс, Илюха, вообще. Со всеми бы модами так было, которые работают на уже действующей игре. Чё ж я... А у меня сколько соли-то? Тут соли вообще до попы. Правда, долго. 5 часов. Не, ну если бы тяжелый молот был, то было бы немножко побьестрей. А так как мы без тяжелого молоточка... Я, по-моему, тяжелый молот уже отнес. Я его уже отнес. Кажись, я его отнес. Я уже сам плохо помню, что я отнес. Но я думаю, что отнес. Просто молот тут я находил. Это да, дело было. Хотя, конечно, Илюха мог бы нам разрешить использовать альтернативно топор или нож. Но пусть молот был бы самым эффективным, а топор и нож чуть поменьше. Ну, топором-то можно, по идее, соль ковырять. Руками, значит, как-то получается. Топором нет. Ну да ладно, не будем. Не будем брюзжать. И на том спасибо, и так все супер. Пошли срочно мясо засолим. Засолим срочно волчачье мясо. Мясу. Так, теперь нужно больше волков. Теперь нужно больше штурмовиков. Надо идти на эту... На охоту на штурмовиков. Поскольку солятся они долго, то их надо сушить перманентно. То есть каждый день понемножку. Чтобы они потом подоспели. И их можно было кушать. Так. Попахивающая волчатина. Это значит, у нас тут сколько соли? Да соли у вас тут дофига. Так. Полкило каждый весит. А, и с одной получается 5, да? О, это мне столько соли-то и не надо. Это мне надолго хватит. Это целого медведя засолить можно. Все, зола не нужна, зол удалой. Так, сколько у меня угля при себе? 5 штук. Я им иногда рисую. Он весит 0,5 килограмма. Ну, я, наверное, рисовать уже ничего не буду. Я, по-моему, почти все зарисовал или почти все. Ну, давай уголь сюда запихаем, влезет. Давай себе оставим 2 угля.
нарисуем, если где-нибудь чертика в пещерке нарисуем. Так, соль у нас много. Зола пока нам не требуется. Залы. Че сразу в пещеру не пошел? Что-то тупить начал, выпаривать. Вот вечно я такой. Вот посмотрю, послушаю невнимательно. Наверняка. Да вообще мне Илюха писал, что работает на старой игре. Я думал, он это имел в виду, что можно делать сил из золы. То есть я его неправильно понял. Неправильно понял я Илюху. Прости, Илюха, я тебя неправильно понял. Так, а у меня, по идее-то... По идее-то соли на засолку всего хватает. Правильно? Правильно. У меня же 5 солей получилось. 5 баночек солей! А, и 5 у меня... А, да я его так крольчать, но могу теперь тоже засолить. И вот это давай засолим. Давай все попересолим, пусть все солится. Нехай все солится. Так... Значит, нет, нас сначала интересует волчатина. Корольчатина нас интересует потом. Так, засолили. Еще засолили. Давай выбросим. Выбросим это из головы. Вот она, засоленная, имеет беловатенький такой цветик. Теперь назад в крафтинг. Так, сколько у меня соли? Еще 2, да? Ну, как раз на волка хватит, а на кролика потом нужно будет мешочек тут переработать. Не, ну, понятное дело, что Астридина, то есть, понятно, допустим, что Астридина соль, когда руками добывала, она когтями ее гребла. У нее когти же, наверное, все-таки есть. А вот Маккензи, чем ее грязь будет грести, ковырять? У него когтей, по идее, таких не должно быть. Так, где там у нас соль там? Вот, необходим мешочек соли. Из него мы сделаем 5 порций. Не, ну с пещер, конечно, более козырный способ добывать соль. Не то, что с костра. С костром возни дофига, и разжигать его надо. А тут, получается, даже спички не нужны, чтобы мясо сделать, да? Во, это здорово, если начать выживать на незваном госте. Хотя, погоди, здорово, здорово. А мясо ты где возьмешь? Спичек у тебя нету. Но тебе для начала нужен лук. А лук без спичек, ну никак. Ну точнее, лук ты сделаешь. Хотя и лук не сделаешь. Если только нож каменный скрафтишь, то лук ты сделаешь. Но наконечники все равно без спичек не сделаешь. Все равно не сделаешь. Ибо горн кузнечный от пламенного взора не загорится, не воспламенится. Текс. Ну что? Будем кушать Тимофеевку, да? Но пока нам кушать не надо, пока мы будем просто ждать. Сейчас еще сутки подождем. Посмотрим, что там по части кроликов. Если их нету, то надо сходить перезарядить капканы. Потому что это все как-то несерьезно. Уже 10 дней внутриигровых или типа того, ни один кролик не попадается. Как это? Как это возможно? Я вас спрашиваю. Так, достаточно. Так, жрите Тимофеевку. О, а еще погода плохая, мне все капканы поломает. Сейчас они разрушатся нафиг метелью. И придется мне крылов камнями зашибать. Так, Тимофеевку, конечно, это вам не мясо. Ей особо не объешься. Еще давай живнем. Давай вот это живнем. Точнее, ты это не живнешь, а попьешь. Это вряд ли сможешь жевать. Жевать воду вообще занятие весьма проблематичное. Так, ну я прямо просто уверен, что не будет там никаких... О, кстати, галлюцинации только в конце появились. Каковые, вначале не было при использовании спальника. Может, из-за того, что метель была... Может, использование, то есть не использование в метель накладывает свои отчепятки. Так, плестись пока нам куда-либо рано. Поэтому ожидание продолжается. Ну, наверное, харе.
Пошли за капканами, я думаю, тут голяк полный, никто не попался. Ну, зато прожили 660 дней. Так, осталось 20 дней. Кроликов в капкане. Ух ты, все три попалось в метель. Вот это подарок. Судьбы. Так, тогда давай лишнее выкинем. В виде шубы вот этой. В виде вот этой шубы. И в виде вот этих штанцов. Капкан, наверное, заберем. Хотя можно перезарядить. Но если их перезарядить, то мне придется тут вокруг все время кружить. Так, попалось много кроликов, которых мы сейчас всех засолим. Всех в засолку пущу. Три штуки целых попалось. Долго я их ждал. Но зато сразу трое клюнуло. Походу, альфа-кролл в забух ушел и не смог их предупредить. Не смог удержать общину от непродуманных действий. Он не смог им. Ему надо было... Ситуация такая, что надо каждый день глупышкам этим говорить: ребята, это капканы, вы в них пойдете, вы погибнете. А он только дыщ в таверну украла ползвезды. А эти: ну что там, дурачок забухал, ну пошли, пошли за шиповником. Это он все специально нам сказки рассказывает, чтоб ему больше досталось. Да-да-да, пошли. Ну подумаешь, там у шиповника какие-то палки странные стоят. Да это все ерунда, я на них смотрел, они три дня стоят и ничего, никого не ловят. Пошли, пошли. И только Альфа-Кролл вышел из забуха. Проснулся он в таверне под столом. А ему хлобысь прибегают с печальными лицами остальные. И он такой: кто? Васька Кривой, Серега Криволапый и Петька Безхвостый. Все полегли. И он такой: Димон! И музон: тиририм, тиририм. Так, вот они. Васька Кривой, Петька Криволапый. Не, погоди, там было по-другому. Васька Кривой, Серега Криволапый, Петька без хвостов. Вот они, пацаны, пацаны, пацаны. Ну что ж такое, пацаны, ну как так? Только ваш альфа-кролл в таверню ползвезды украла, ушел в небольшой забух. И вы сразу же, ладно. Пошли, капканы пока уберем. На всякий случай, пока их действительно не разрушило. Я так понимаю, у него теперь можно дней через 5 ставить заново, не раньше. Потому что вы тут, по-моему, все выловились. И сейчас Альфа-Кролл употреблять спиртные напитки пока не будет. Будет общину держать в узде. Потом расслабится через 5 дней. 7, через 5-7 дней. Опять пойдет в таверню. Украла ползвезды. И вот тогда-то мы и поставим наши подлые капканские приспособления. Угу. Все, ситуация мне ясна. Мне совершенно ясна, ясна ситуёвина. Кстати, когда там у меня мясо приготовится волчачье? Там на Тимофеевке далеко не уедешь. А Стредина наша сейчас жрать-то захотит. Она уже, точнее, хотит. Она не захотит. Она уже в полную силу хотит. Вот, когда мы наконец-то кролов и получили, а? Да. Ваську, Петьку и Серегу. Серега, Васька и Петек. Ты-ди-дин, ты-ди-дин. Попались в капканы, бедолаги. Попались, бедолаги, в капканы. Трагично оборвалась жизнь трех молодых кролов. Хотя, судя по кликухам, Васька Кривой, Петька Криволапов или Кривохвостов, а не, Криволапов и... Не, кто там был, Серега Криволапов и Петька Безхвостов, судя по кликухам, не так уж они были молоды, раз успели уже все эти отличительные особенности-то схлопотать. Да, не шибко были молоды, ребятушки-то, не шибко. Так, давай все соберем. Ай, давай ножичком собирать. Давайте собирать ножичками. Так, шкур сразу на просушку выбрасываем. А то забуду. Ага, там фиговенькая погодка началась, да? Началась фиговенькая погодка. Так, у меня соль, по-моему, кончилась, да? Надо будет новые сделать. Так, крольчатину кидаем на просушку. Ну, крольчатина-то она, наверное, у нас быстрее сохнет, да? Она как бы не раньше волка высохнет. Сколько тебе сохнуть? 3 дня. Ну, раньше не раньше. А высохнет-то быстрее, это точно. Так, капканы пока долой.
из организма. Камни, наверное, тоже давай выкинем. А то полкилограмма, как ни крути. Так, соли, один мешочек. Мешочек соли. А во что он такой завернут? Маккензи. Кристаллы какие? Откуда у тебя, точнее, не Маккензи, какая Маккензи, Астрид? Откуда у тебя эта ткань? Мне, помнится, Астридина не хватало ткани. А ты откуда-то на мешке столько ткани набрала, а? Я чего-то не знаю, Астридина, я чего-то не знаю. Ты что-то от меня скрываешь? Может быть, расскажешь? Мне что-то надо знать. Откуда столько ткани? Что за тайное место, где есть много ткани? А я об этом ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом. Ох уж это Астридина, значит, где-то ткань. Где Астридина, это тканевую заначку где-то от меня держит. Не, ну, как можно? Как можно? Мы же вместе должны держаться, Астридина. Мы должны держаться вместе. Как ты можешь от меня где-то тканевую заначку держать? Тайную тканевую заначку. Это не по-пацански, Астридина. Ну, хотя ты и не пацан, ты пацанка. Значит, пацанка, давай соль сделаем и засолим все нафиг. И баиньки уже пойдем, нажравшись стеблей перед сном. Так, 4 крольчатины. А, вот сейчас у нас будет это фича, это не баг. Вот, смотрите, у нас крольчатины, видите, 42, это килограмм, это вообще 0,6. Сейчас мы ее всю засолим. Следите за моими движением. Следите за моим... Не, какая соль? За моим движением. Что будет, когда мы ее все засолим? Это будет баг, плавно переходящий в фичу. Так, еще разок. Короче, мы получим больше крольчатины, чем нам положено. Получим больше, чем положено. Она вся должна стать килограммовой. И та, что была 0,06. И та, что была иной. Да, вся стала килограммовой. Ну что ж, Илья Зеридерович, сердечно вас благодарю. Нам есть что поесть. Вот она однопроцентная. Это у нас сколько? 30% просохло. 30. Так, волчатина 16. Это крольчатина 4. Но это недавно кинуто. Это 16 волчатина. Так, это волчатина 64. Так, самый просохший у нас 64. А там есть 30% крольчатина, да, но вот это, мне кажется, крольчатина дозреет резче. Резче смоё дозреть. Так, ну чё, пока в ожиданиях потомимся, да? Потом Тимофеевки нажрёмся на ночь. Воды надо ещё себе взять, воды у меня маловато. Потомимся в ожиданиях. Да это мы без проблем вообще. Вообще фигня вопрос. Как два пальца об асфальтное покрытие? Подождем немножечко. Так, мы, наверное, сейчас проснемся и на этом серию завершим. Хватит пока на сегодня. То еще есть много запланированных мероприятий. Так, а что, мы будем еще ждать или будем спать? Не, будем еще ждать. Тогда воды на полную. Не, фрейрок. Полный. Тогда еще ждать. Вот. Так. Угу. Ну, зелени достаточно. Теперь съедаем усё Тимофеевку. И надо будет потом идти опять на охоту. Нужны опять волчатины или крольчатины. Крольчатины, что там о них? Жрать-то особо нечего. Волчатины нужны. Нужны. Потому как мясо-то подзакончилось готовое. Та волчатина еще пока в стадии квашения. Куксинья. Упсень и пупсень. Так, а что у меня по стрелам? 21%. Есть одна даже новенькая. Это 92%. Ну, еще постреляем. Еще покувыркаемся, если, конечно, не уволокут штурмовики наши стрелы в дальние края. То
Покувыркаемся. Сейчас вообще без звука спит. Вообще звук пропал. Не вылетела бы у меня игра с этим божочком. Молния, я так понимаю, с молнией какие-то проблемы. Можешь смазать кролячьим жиром? Астридина, что там у тебя с молнией какие-то проблемы? На спальнике. Клинит, я слышу, у тебя молния вообще жестоко. Так, ничего тут не оставил. Никаких этих, понимаешь ли, ненужных продуктов. Так, что у нас по крольчатине? О, 57%. 27%. Волчатин 20, так, 29, но это старая волчатина, то есть недавно прошла, это 77. Да не, крольчатина волчатину обгонит. Это 77 просохло. Это ей еще четверть, да? Это там почти полтора суток. А это тоже примерно полтора суток. Не, это чуть меньше. Это волчатину взял. Это чуть меньше. Да, вот эта крольчатина побыстрее поспей. Она усе таки поспеет побыстрее. Так, капканы. Капканы. А что тут у нас насчет пожрать? Есть что-нибудь? А, пирог, шоколадка. Но это я вроде решил съесть, когда 100 дней проживу, да? По-моему, в долине. Или нет? Да вообще, когда ты... Не, так я решил съесть, когда 1000 дней проживу. 1000 дней, когда проживу. Или пойти штурмовика пристрелить. Так, а я, по-моему, голый, да? Не, голым не надо ходить штурмовика пристреливать. Это может плохо закончиться. Это может плохо закончиться. Так, хотя ладно, не пойдем мы никуда. Все, ребятушки, девчатушки, я на этом с вами прощаюсь. Охотиться мы будем в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Ставьте знаки препинания. Нет, ставьте лойсы, лайки, лузы. И как их там еще обзывают. Удачи в игре, остерегайтесь волков и вяльте на здоровье мясо. Спасибо, Илья Зарильдер. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока.